Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим светодиодную фару от компании Cree, модель ORL7D36W. Поставляется она в обычной картонной упаковке. Внутри у нас находится крепление металлическое с шестигранником и также болтами для фиксации. Здесь установлена, здесь находится сама фара. Длина ее составляет 165 мм. Полностью металлическая она, герметично заклеена, пылевлагозащищенная. Класс защиты IP68. У нас здесь площадка для крепления. Установлено здесь 12 диодов. Подключается на питание как 12, так и 24 вольта. Мощность фары 36 Вт. Заявленный световой поток 3600 люмен, цветовая температура 6000 кельвин. Ну, в принципе, давайте мы сейчас ее подсоединим на питание и визуально посмотрим, как будет светить эта фара. Ну, фара с рассеянным светом, как мы видим, но в то же время очень и очень яркая. Температура свечения, как и заявлено, 6000 кельвинов. Световой поток чисто белый идет. Вот так вот отсвечивает. Вот в комплекте идет одна лампа. Система охлаждения здесь идет радиаторная. Вот задняя полностью металлическая. При покупке на данную лампу распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость фары вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.